поводу ГУМ не залетать в зону безопасности. Если мы ее рассматриваем не как зону безопасности, а как некую дугу, ни в коем случае не залетайте. Помните, мы ведь с вами и на вмехе снижаем скорость для того, чтобы загрузить переднюю ось. Мы имеем право подскользнуться на выходе аккуратно. Рабочие зоны хорошо бесплатные, в зонах безопасности очень дорогие. Мягче работаем, помним? Раньше нажимаем, когда все работают.